Да куда? Ой, слушай, я в клин, не-не. В клин нельзя, я думал, что у меня не максимум фрицон. И чё, он типа в столу даже подкрутить нельзя. Все, давай сюда. Да надоели вы. Не-не-не, хватит, хватит. Сюда давай. Ой, опа, опа. А вот это вот интересненько. Слушай, у меня сейчас леска с такими усилиями гореть будет. Так. Все, и он уезжает куда-то к себе домой. Это ненормально. Обратно давай. И все, и опять, он, понимаете, он просто устал и лег. Я его даже потянуть нормально не могу. Не, сейчас опять будет. Давай сюда. Ну, он просто потихоньку едет. И все. Отдохнул, молясь, и полетел. Что это за чудовище такое? А это точно катушка на 15 килограмм, не на 2? Нет, я не могу. Все, он просто уезжает. У меня леска гореть начала. Так, давайте-ка поближе сблизимся. Сюда давай. Ну все, это надолго. Что это может быть? Что это такое может быть? Блин, у меня там все звенят в колокола. Не-не, все, хватит, ну и куда все уезжает? Ну вообще. Не-не-не, так не пойдет, дружище. Нам нужно с собой поближе быть всегда. Так, аккуратненько, главное. Чтобы сходу не было. Немец или голый? А понял, это цветной. Ну все, с тобой близко, давай. Я сейчас нырну уже к тебе просто. Все, накатался хорош. А-а-а. Ну посмотрим. Все может быть. Не-не-не, все-все-все, хватит. Куда он? На дно полетел. Слушай, я что за твой просак сюда бежал? Блин, у меня там тоже удочки, вон. Хорош. Все, он теперь в ту сторону поплыл. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, давайте фрикцион ослабим. Ну как мне пройти-то тут? А, как больно звуки слышатся. Не, ну хорош. И все, и опять. Да, и в какой-то момент случайно клин еще врубил. Хорошо, что он тогда не так сильно это нагнетал обстановку, так скажем. Пускай погорит леску.
остынет сейчас. Красный будет тогда. То есть он на... Куда он поплыл? Ты издеваешься, что? Сейчас обратно бежим. Так, аккуратненько идем. Ой-ой-ой. Не-не-не, стопы. Так сильно не ослабляйся. Все, на базу поплыл, сдавать уже сам себе свою тушу. Все, я к тебе пришел, друг. Ну куда ты поплыл в камыши-то те? Ё-моё. Он издевается. Давай обратно. Ты уже прям на берег упал, выкидываешься. Наверное, это надолго. Он, видимо, просто мимо проплывал и плавником задел крючок и зацепился за него. А потом, когда начал тянуть, он понял, что он как бы на крючке. И всю суть сразу просек. Ну все, он там на берег уже выплыл. Тут даже силы фрикционной не хватает, чтобы его просто подтягивать. То есть без шифта он нормально идет. Тут он похрустывает. Ну, с шифтом стало. И дальше поехал. Иди туда на первую точку, где у нас он туда пошел. А подожди, вот сейчас. Да я вот так вытащу. Он рано или поздно сдастся, понимаешь? Тут дело в том, что он просто сдастся. Там леска мне все равно много хватит. Еще полно ее. Леска горит. Ну, нет. Так нельзя. Ну все, давай, брат, надоел. Хорош. Надо было лучше поводок покупать. Рыба убежала. Вот он мне прогулку устроил по медному. Ну все, хватит уже. Да ему вообще все равно, он не чувствует просто эту катушку. Для него это как вятка на 2 килограмма. У тебя какие 15 килограмм? Что-то производитель обманывает, мне кажется. Капец. Все, потихоньку. Он вообще вправо плывет. Ну так, куда хочет, туда он и плывет. Ему вообще все равно на то, что он как бы на крючке сидит. Ну слушай, потихонечку вроде идет, уже устает. Разматывает, но уже не так. Потихонечку сейчас узнаем, подплывет сюда. Да, все, устал уже. Слушай, он настолько большой, что силы фрикционов не хватает, чтобы его тащить. Блин, у меня же даже прям так интересно, кто это может быть. Ну все, и поехал. Куда ты поехал? Все, хорош. Съездил. Обратно давай. Давай. По типу калибра. Ну, тут все равно 16,5 мало бы что сделал тоже.
Ну сейчас посмотрю, кто это такой. Да, понял. И это будет этот, как его, цветной карп какой-то. Японский вот этот. Синий. Вот это вообще будет прикол лютый. Без шифта. Он устал, я его просто, понимаешь, тащу. 25 ров. Ну слушай, вполне может быть 25 килограмм. Мне кажется, будет чешуйчатый на 20, так бы не мотал. Послабее он был бы. Слушай, он настолько сильный, я шифтом кручу, он уже просто даже не сопротивляется. И он под собственной массой все равно хрустит. Ну все, поехал опять. Воды попил. Да ему вообще все равно. Не, леска опять горит. Не-не-не, такого не должно быть. Блин, а у меня там колокола звенят на тех. Давай, обратно, все, хорош. Потягался с тобой нормально так. Вот, идет. Ой, капец. У меня же начинает палец отсыхать. Он просто он по инерции уже плывет. Настолько он жирный там. Сейчас разгон взял, и все, не делает, он уже просто плывет. Да, вот ваши все медные. Не ходите, дети, на медные гулять. Да, видишь, без шифта я его могу тянуть. Ага, да, могу, конечно. Да все, хорош, надоел. Да ему вообще все равно. Да мне все равно. А, он перестает сопротивляться так сильно, потому что он в берег упирается, и он разворачивается. Он там чисто в тупике гуляет. Леску убирайся. Перестань желтым гореть. Все, охладилось. Куда опять-то? Да ему вообще посрать. Это проще с вяткой прийти так и сидеть. А понял, это будет просто окунь, который за корягу зацепился, 25-килограммовый. Либо это просто мидия под камнем огромным. 100% это ёрш. На 20 грамм. Видишь, все, я то есть без шифта кручу. Он медленно очень идет, он не сопротивляется. Шифтом идет размот. То есть, понимаешь, 15 килограмм не хватает, чтобы его просто тянуть к себе. То есть, понимаешь, насколько большая рыба. Вот, без шифта. Все хорошо, шифт зажимаю, начинает хрустеть. Капец, блин. Точно, Валеру зацепили. Капец, блин, я не могу. Кто же это может быть такой? 15 килограмм катушка. Как бы, ну, еще купить такую надо, накопить на нее. И теперь такой без шифта крутится. То есть, непонятно очень. Это, знаешь, подобная ситуация была, когда осетр цепанулся, он уже устал, его просто поднимал, и чисто из-за того, что фрикцион был 11 килограмм, я его не мог поднять. Я потихоньку как-то клином пытался. Такие нервы были лютые, это жесть. Потому что я перед этим его час ловил и полтора часа просто вверх подумал. А в чем прикол? То есть я его клином брал, подымал, убирал на 29 фрикцион, и он обратно просто скатывался. Леска спускалась до того же этого глубины. Все, без шифта. Медленно, но уверенно. Шифтом хрустит. Давай.
все, перестал крутить. Ну а ты просто, понимаешь, его это, ветром сдувает снизу 3 метра в секунду, вот и разматывает. Все ближе и ближе становится. Да вот, понимаешь, в этом-то и прикол. А тут такой монстр цепляется. Все, устал. Давай, все ближе и ближе. Привет, Антон. Видишь, он у меня рыба какая-то цепанула лютая, что даже не хватает. Слушай, как видишь, клёв вообще какой-то лютый. Мне сейчас что-то клюнуло большое. Он уже устал, не брыкается. Мне не хватает 29-15 килограмм фрикционов. Опа, смотри, смотри, немец. Трофей, что ли? Смотри, какая огромная, это трофей. Нихера себе. Алкашку надо бухать. А, это Фрикс. А, нет. Это даже не троп. 23 килограмма. А куда я столько... Блин, куда я столько выпил шампанского? Есть кого возможность распортить 16? Слушай, устриц у меня вообще нету. Я не специализируюсь по ним. А скажи, что еще этот, как его,